Мы с Агатой вспомнили, что у нас есть наклейки. И сейчас мы их наклеим на нашу обувь, потом оденемся и пойдем кормить уточек. Вот такие вот разные. Что тут, расскажи, нарисовано? Вот это зебра, так. Белочка. Так, а синенькие это кто? Куала. Куала. Ну, в общем-то, эти наклейки мы прочитали с Агатой. Можно наклеивать даже на обувь или на рюкзаки. Мы решили наклеить на обувь. Да? Так, мы выбрали кроссовки и сапожки. А куда мы будем клеить? Я предлагаю, если мы будем клеить на сапожках, приклеить сбоку. Вот тут. Как тебе кажется? Будет красиво? Кого ты выберешь? Как сразу у нас стал шикарно выглядеть сапожок. Смотрите. Вау! А теперь второй сапог. Что мы на него приклеиваем? Ой, кверх ногами! Вот так. Опа! Ну и смотрите, какие у нас получились. Подожди, надо показать сначала. Смотрите, какие у нас получились. Замечательные, веселые сапожки. Так, ну а на кроссовки куда мы будем клеить? Расскажи мне, пожалуйста. Ух ты! Смотрите, как зебра наша смотрится классно. На кроссовки! Шикарно. Да. Угу, держу. Ну тогда нет, тогда по логике и второй ты тоже клеишь сюда. Правильно? Ой! Вот это мы сделали с Агатой. Прям дизайнерскую обувь, шикарную. Может быть, померяем теперь? Давай. Давай, посмотрим, как это будет смотреться у нас. Ой, великолепно. И второй одевай. Посмотрим, как. Я думаю, мы продемонстрируем только сапожки, да, Агата? Или кроссовки тоже будем показывать? Вставай. Покрутись. Вау! Так, а теперь смотри, я снимаю твои сапожки. Вау! Очень красиво. Великолепно. Да. Замечательно. Ну вот, мы оделись, обулись. Зашли в магазин, купили хлебушка для уточек. Спустились к пруду и сейчас будем их кормить. А я знаю, как отличать мальчиков от девочек. Смотри, у мальчиков у них зеленые головки. Видишь, а девочки, они просто такие коричнево-серенькие. Чайки, что ли? Да? Да. Да, смотри, чайки. Это же как у меня в книжке. Альбатросы? Да. Ну да, похоже. На альбатросы. Ну это голуби, как же без них тоже. Голуби, они тоже любят поесть хлеб. Бабушка. А. Я вот так кину, и прям на голову, на это. На голову голубю. Нет, на скидку. Да вот ты же то. Ну вот, здесь у нас прям птичий базар. И утки теперь. И чайки, и голубь, и воробьи. Ой, все больше и больше. И больше и больше. Слушай, вон там белый. Это не леди час. Посмотри, как плывет. Не видно тебе? Сейчас посмотрим. Он, я думаю, к нам подплывет. Вдруг это лебедь? А вдруг это какая-то чайка? А может быть, сейчас узнаем. О, голубь около тебя прям ходит. Давай его покажем. Голубь. Кушай. А, только не это, только не голубь. Голуби вообще в воде не бывают. Нет, они не плавают.
уточки, да, чайки, да. Голуби, они летают, только и ходят. А давай ты голубя, а я чайка. А ты уточек, да, с чайкой? Давай попробую голубя покормить с руки. Иди сюда. Иди сюда. Не бойся. Голубь, иди сюда. Может быть, твой, возьми. Я думаю, что они сытые, поэтому они ленивые. Обычно они летят сразу. Подбегают, когда ты начинаешь кормить, да? Это не достанут хлебушек. А помнишь, мы кормили, когда они к нам даже выходили уточки сюда, на травку? Знаешь, что было? Что это? Когда ушли, вон там кормили, то там к нам голуби приставали, и они хотели дальше есть. Да ты что? Голуби разве едят людей? Ну, они подумали, что мы в хлебушек. А, и поэтому решили нас съесть. Ну еще дадим хлебушка там немножко у нас осталось. Так, сначала кадочку покормим, а потом уже уточек. Голубей. И чайник. И чайник. Что-то воробьев сегодня не видно, да? Они же тоже всегда прилетают. А помнишь, мы выбили 2 пчелочка? Да. А они тут пчелочки. Угу. Что-то непонятно. Что количество? Уток количество. Голубей. Да. С вами была Агата и ее бабушка. Пока!